Привет, Гришка, Гришка, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Евгением и вместе с Игорюней мы будем продолжать нашу рубрику «Трэш-лото в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет! Всем здорово! Вы знаете, все вы знаете, что нужно делать, конечно, влепить огромнейший палец вверх. Кто сейчас не поставит лайк, тот кто, Игорь? Тот пипиндюлька. Пипиндюлька, поэтому ставь лайк обязательно прямо сейчас, а мы будем начинать нашу серию, да, по сантрепе? Да. Погнали. Я даже ничего говорить не буду, я сегодня ведущий, да? Опа, да, я ведущий. Я угадал, пошли по сантрепе. Просто ты ванга. А теперь, короче, самое главное, кто же вытянет гея? Вытягивайте по сантрепе. Давай. Тут уже сразу понятно, кто гей, если начнет просто на кнопки нажимать, понимаешь? Так что уходи. Давай, Игорь, нажимай. Я это очень ответственный момент, я боюсь. Если что, я не гей. Да, я тоже. Мы правда-то знаем. Да. Давай тяни уже. Так ты подстрекатель сраный стоит сзади, понимаешь? Давай. Бабуля! Фу, у меня настроения нет. Я все понимаю. Тихо, отойдите отсюда. Еще дальше отойдите. Ну давай уже нажимай. Непонятно тебя отстрелить. Настрели у него нет. Отвернись! Я устал, пацаны. Мы это знали, а чё ты вытянул? Чё ты, чё? Да, короче, все. Ну я, если алкаш, я пошел, давайте. Да. Пишите там дальше сами. Ну что, алкаш? Ну что, бабуля? Здорово. Хороший тост, но нужно выпить. Здравствуй, милок, здравствуй. Рано еще пока. Короче, у меня для вас сегодня задание будет. Вы. Да подожди, бухать. После задания побухаешь! Банк! Банк ограбить нужно, понимаете? Банк! Бабуля, подожди. Короче, вы сегодня будете командой, которой нужно ограбить вот этот банк. Поэтому давайте внутрь пошли, внутрь. Товарищи, души, ты посмотри. Рот закрыл, выпил. Подожди, это тост. Алкаш захотел выпить. Бабуля, хорошая. А бабуля очень против, бабуля начала возмущаться, потому что у тебя будут дети, а ты пьешь, давай, бабуля. Ты алкаш, ты понимаешь, как ты будешь потом совокупляться со своей будущей мадамой? Скажи мне, пожалуйста, как дети. Да, пойдем. Алкаш опять выпить захотел. Алкаш выпить захотел опять. Да хватился опять пить. Ты задрал уже пить, хватит пить, ты понимаешь? 21 век на дворе, ты понимаешь, 21. Все, выпил, молодец. Товарищ ведущий. Драться. Драться? Никакие не драться, тебя в тюрягу заберут, не драться, не надо драться, заходите в банк. В банк в таком виде пустят? Пустят. Пацаны. Это мы пенсию сейчас будем получать, да? Нет, бабуля, мы пенсию тебе на 100 лет вперед будем получать сейчас. Давай, заходите. Да, пенсию на 100 лет вперед, хорошо, заходите. Парень тут стоит. Тут молодой человек. Алкаш не хочет заходить, бабуля начинает его тащить. Метеорит летит. Что делать? Товарищ ведущий. Мне кажется, его нужно взять в дурку. Вот. Может, бабуля такого не отобрать. Подожди, никакую дурку не надо. Алкаш захотел внутрь зайти, алкаш. Ты алкаш, а не сумасшедший! Это белочка просто, поймайся. Белочка. Белочка у них. Белочку покажу, пока не пойдем. Белочки пока нету, я скажу, когда она появится, хорошо. Хорошо. Заходите внутрь. А что так много всяких охранников? А, опа! Не надо вот это! Бабуля, не переживай. Алкаш вспомнил то, что 15 лет назад он тут работал и вспомнил Толика вот вспомнил. И начал ему рассказывать истории из детства. Братан, я знаешь, я в детстве был маленький. Что ты говоришь? А нарожались этих тупых идиотов. Вот теперь уже поговоришь. Толик, давай выпьем, Толик. Подожди, перед тем, как выпить, бабуля должна то сказать. Бабуля? Да. Бабуля вообще против всего этого. Ну раз уж не выпала такая доля сказать тост, я скажу, чтоб сдох ты, падла, как мой бывший муж тоже пил постоянно. Вот, пей дальше и бухай. Помри.
Толик! Пока алкаш разговаривает с Толиком, бабуля решила поговорить с этим охранником и случайно его стукнула. Мне не о чем с ним говорить, он больше не пьет. Здравствуйте, я вообще не понимаю, как я сюда попала. Вот, бабуля не понимает, вот. Алкаш должен спасти бабулю, алкаш бежит, но спотыкается. Бабушку напал. Ты должен спасти бабушку, а бабушка убегает с банка. Бабушки паника у бабушки. Мама дорогая, это как 45. Алкаш должен убить Петра вот этого, который атакует его. Бей его. Алкаша, белочка началась. Алкаш об стенку начал долбиться. Я говорила. Бабушка возвращается обратно, помогает алкашу. Все, всех убили. Бабуля, не паникуй. На меня орки напали. Я говорила, эти фашисты как в 45-м, они вернутся и вот подумают. Короче, я пойду. Тихо, иди сюда. Вам нужно договориться с одним продажным охранником, который находится где-то вот тут в банке. Нужно его найти. Я с ним договорюсь, три бутылки. Давай, алкаш должен договориться с этим охранником. Иди сюда, алкаш. Алкаш, ну ты там договариваешься, бабуля. А бабуля тут на шухере будет стоять. Бабуля сейчас должна. Должна быть задача, она должна вести себя как шпион. То есть она все начинает подозревать. Какие охранники? Где с ними-то? Алкаш идет сюда, ага. Договариваться с этим охранником. Опа. Бабулю ударили! Здравствуйте. Нажми на охранника, посмотри, что там нужно. Ага, монетка. Монетка там нужна. Монетка. Ну у меня нет денег. Понимаешь, нет денег. Все чисто. Алкаш, все чисто. Что там, бабуля? Алкаш. Алкаш, иди сюда, я знаю, где монетка есть, иди сюда. Монетка, хорошо, монетка. Алкаш опять хочет выпить. Ой, мам, дорогая. Сейчас. А бабуля начинает рассказывать, какая она была красивая в молодости и не бухала вообще. Знаешь, дорогой ты мой алкаш, вот я, понимаешь, была тоже в молодости красавица просто, пока не спилась, вот. Потом я... Слишком долго, бабуля, я очень быстро пью. Так, монетки, я вижу монетки. Нет! Идите сюда. Хорошо. Стой тут, алкаш. Опа-на. Стой. Короче, нужно сюда зайти. Просто вспомнил, как я в батарее водку прятал от жены, понял? Батарея? А как жену зовут? Ой, сложный вопрос. Ой, у меня такой... Заходите внутрь. Бабуля, заходи. Бабуля, не можешь! Да чё бабулю все бьют? Чё за фигня? Бабуля начинает паниковать! Бабуля начинает паниковать! Начинает бить алкаша! Алкаша начинает бить! Алкаш ни хрена не понимает! Алкаш, ты не бьёт, ты не так понимаешь! Бабуля тебе говорила, что нельзя так делать, нельзя так много пить! Бабуля, у меня похмелье! Всё! Бабуля успокаивается, а у алкаша от стресса начинает... Белочка! Подожди! И алкаш в бабуле видит свою бывшую жену. Но перед этим пьет. Да. Тут ноутбуки всякие стоят, непонятно. Бабуля пока ищет, где тут есть монетка, алкаш пьет. Монетка, чтобы нанять продажного охранника. Я поищу монетку. Бабуля, как ты похожа, на кого она? Бывшую жену твою. На бывшую жену мою, бабуля. Слышишь, ты не сгинь, нечистая сила. Я не твоя бывшая жена. Дай я тебя поцелую. Бабуля начинает звать на помощь. Алло, помогите! Бабулю насилуют! Бабуля! Да помогите! Там тоже нельзя туда, да? Туда тоже нельзя, пока нельзя. Бабуля, все будет нормально, садись. Я никуда с тобой садиться не буду. Бабуля решает присесть, бабуля садится возле камина. Хорошо. И алкаш опять пьет и начинает рассказывать ей любовную историю, романтическую. Может, хватит уже? Я тебя спою, зараза, в этой серии. Да, водой? Я тебе говорила пить плохо, да? Вот вздуется у тебя живот. Игорь, закопаю. Как пельмень будешь жрать. Так.
Ну, ай, ну давай, давай, рассказывай. Помни дело дальше, товарищ. Любовную историю, типа мы идем с тобой под звездным небом. Бабуля, понимаешь? Если бы ты была моложе, у тебя не было бы складок на жопе. Бабуля, бабуля до сих пор красавица, если не знаю. Ты что, не видел мои складки на жопе? Они тоже очень сексуальные. Честно, я даже под таким состоянием не хочу хрить. А не хочешь видеть мои складки на жопе? Мне кажется, никто не хочет видеть бабули складки на жопе. А бабуля говорит, все, я обиделась и больше не разговариваю с алкашом. Все, алкаш, надоело. Я с тобой больше не разговариваю. Звучит как тост. Ты дебил, я говорю, что я обиделась, а это как тост звучит. Я уже просто сушить начал. Товарищ ведущий. Понимаете, она за ЗОЖ, понимаете? За ЗОЖ? Я не могу находиться рядом с этим молодым человеком. Почему вы такие толстые тогда, бабуля? Пацаны, мне кажется, я реально сейчас умру, потому что я воду с крана налил, и она железом каким-то. Пейте воду с под крана. Не пейте. Алкаш идет договариваться с продажным охранником, бабуля идет за ним. Вот иди! Если я могу что-то свалить. Алкаш спит, пока бабуля нанимает охранника. Бабуля, иди сюда. Так, охранник. Сюда, бабуля. Сейчас бабуля. Охранник, алкаш громко храпит, громко храпит. Слышь, ты, меня не впускают, товарищ. Впускают, заходи. Да что ж это такое? Давай, ведущий, я уже. Все, бабуля, заходи. Так, ага. Охранник продолжает храпеть, бабуля нанимает. Охранник, алкаш. Здравствуйте. Вы не смотрите, что мне 70 лет, мне очень сильно понравилось. Вы хотите монеточку, я не тыкаю. Ага, вот тыкаю-то потыкалась, да. Хиры, да, хиры. Все, бабуля идет сюда, Так, охранник, да. Алкаш просыпается и начинает буянить! Ну все, жопа, говно! Я сломал здесь все! Я ломал стекло! Не, все, не надо стекло ломать, охранник все успокаивается, идет сюда к бабуле. А! Охранник! Охранник, какой охранник? Алкаш идет сюда! Алкаш! Так, слышишь ты? Бабуля! В глаза мне смотри, слышишь ты, алкаш сраный! Это наш. А чё это не было, когда ты шла на ограбление с алкашом? Ты сама бабуля? Ты шла на ограбление с алкашом? Ты что? Меня заставили, меня подставили. Вот. Вы идете на второй этаж. Охранник! Серега! Серега, все нормально, он придет, идите сюда. Серега по пьяни, короче, очень быстро свитер начал одевать, его тохом убил. Вот. Тут есть карточка тут есть. Вы взяли с собой охранника? Это точно банк вообще, я не понимаю. Это банк, это... Ты на галерее. Это банк, бабуля идет, берет код. Да куда, дебилы? Пацаны, что это делать? Мы пошли, а тут неправильный пол. Это все из-за тебя, алкаш, ты понимаешь, все из-за тебя. Опа, бабуля очень очкует выбраться отсюда. Бабуля очень не хочет выбираться отсюда. Я никуда не пойду, слышишь ты? Алкаш недоделанный. Да. Алкаш идет опять на второй этаж. А бабуля никуда не пойду. Алкаш, иди сюда! На второй этаж. Я туда не... Серега, мы тут с тобой будем. Бабуля начинает заигрывать с Серегой. Серега. Алкаш идет сюда, перепрыгивает через ям. У меня хоть сисечки обвисшие, да? Но они еще очень даже упругие. Не хочешь попробовать мои сисечки? Господи, лучше бы этого не слышать. Бери котик. Я с тобой теперь общаться не смогу. Бабуля посылает Серегу подниматься на второй этаж. Так, Серега, я, конечно, бы тебе подсказала свои складки на жопе, но нам нужно идти, понимаешь? Да, пожалуйста. Иди. Мне его посылать нужно? Да, прям посылать. Слышь? Пошел отсюда! Мне ведущий говорит, что ты должен уходить отсюда, он не хочет. Игорь! Иди сюда! Алкаш! Андрюха, одноклассник твой! Ой... Алкаш! Андрюха, одноклассник твой! Андрюха, одноклассник! Надо выпить. Надо выпить. Ребята, мне тут страшно. Бабуля, у бабули сейчас будет нервный приступ! Бабуля на второй этаж должна подниматься, я уже сказал!
Ты говоришь, охранника нужно посылать, я не понимаю, кого посылаю. Послать охранника, иди нафиг! Алкаш пьет в это время. Бабуля начинает... А бабуля идет сюда к Андрюхе, вспоминает и узнает о том, что это ее бывшая любовь. Андрюха! Открывай, открывай. Алкаш, открывай. Андрюха! Алкаш, открывай, значит, сейчас, подожди, надо в цифрах. У тебя почти получилось просунуть между моими складочками. Эй, бабуля, затыкается, больше ничего в этой жизни не горит. Открывай. Так, подожди, я цифры плохо вижу, подожди. И складочки, серьезно. Заходите! Говорят, что я пьяный. Да, ты дверь закрыл. Так. Да это нужно выпить. Бабуля пахар. Бабуля расклеивается рот, и бабуля опять начинает разговаривать. Так, ёпты! Открывай! 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 Алкат! Слышь, открывай дверь бабуле! Бабуля сейчас... Да ты не можешь не пишать. И тут вдруг бабуля замечает то, что бабла и вообще тут ничего нету. И алкаш дал ложную информацию, то что ничего, никаких бабок нет, никакого золота нет в этом банке. Бабуля начинает возмущаться. Да, понятно, ах ты ж паскуда! Я знал, когда шла с тобой, что ты меня наподставил, понимаешь? Я знал. Алкаш быстро открывает дверь, потому что полиция, 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 бабуля выбегает, также открывайте дверь, быстро, 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 быстро! Алкаш, алкаш, за мной! Нет, 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 пацаны, сюда! Алкаш, алкаш, иди сюда! Бабуля за ним бежит, бабуля паникует! Алкаш, иди сюда! Иди. Сюда, сюда, сюда! Алкаш, начинай ломать стекло, стекло! Давай, ломай вот тут! Давай, давай, голова! Ломай, ломай, ломай! Выбегайте, убегайте! И тут все, вы замираете! Ага! Пацаны, давайте выпьем и договоримся! Все. И тут алкаш решает спихнуть всю вину на бабулю, то что бабуля во всем виноват. Это старая кошелка. Так же, молодые люди, я понимаю, что вы агрессивно настроены, но я честно. Алкаш пьет в это время. А бабуля хорошая мадама, бабуля хорошая мадама. Вы главное послушайте меня, вот правильно, смотрите на него. Вот поверьте мне, я алкаш. Стреляйте ровно в бутылочку, не, можно тебе прямо меж глаз пропеть. Алкаш пьет. Бабуля хорошая, бабуля свой человек, вы понимаете, да? Вот стрелять ему меж глаз, вот, чтоб подох сразу. У меня старческий маразм, ребята, вот просто посмотрите на меня, я еле хожу, какой банк, господи, я, наверное, домой. Вы понимаете, напился и пришел гадкий банк. Везите меня в отрезвитель. Он хотел у бабули хату забрать, понимаете, у меня хата в центре Москвы, а он меня хотел забрать, его пропить его хотел, вот-вот, убейте его, убейте. И вдруг бабуля вспоминает то, что это же ее внучок, алкаш ничего не помнит, потому что у него белочка. И они начинают обниматься и целоваться. А ты думала, кто меня споил, ты старая кошелка? Ты моя хорошая внучок! Как ты? Внучок. Внучок, ты что, меня хочешь? Внучок больше не хочет, ведь бабку включает гемот и улетает отсюда нахрен. Ту-ру-ру-ру, я как этот, как... Алкаш Супермен, да. Давайте. Нет, как этот, я Хэнкок. Это что за такие чудо тут происходит, я ничего понять не могу. Вы что, бабулю кинут решили, я не понимаю, пацаны, понять. Пацаны, все, хватит. Пацаны и девушки, я предлагаю на этом уже закончить, все, хватит. Дорогие друзья, если хватит. Вы тоже когда-либо пили воду, ставьте лайки. Бабуле не нравятся эти звуки. Я выключил эти звуки, все, хватит. Серега, заходи. Короче... Да, у нас закончились уже карты, закончились сценки, но если вы хотите, чтобы еще один кружочек был, где мы по очереди будем ходить друг к другу, то ставьте обязательно лайкусики на все наши видосики, если будет много лайков, будут новые серии, обещаю. Вот, а бабуля лично всех поцелует, кто поставит лайкусик, поэтому как бы, если хотите получить поцелуйчик от бабули, то ставьте лайк. И знаете, что нужно еще сделать? Нужно подписаться на канал и подписаться на Инстаграм. На Инстаграм! Знаете почему? Там ключевое слово грамм. Подписывайтесь на Инстаграм. И всем удачи! И всем пока! До свидания. Макаем.